Посмотрите наверх. И что? А, ну да. А что эти флаконы? Алексей всегда первый страдает. Ну почему? У нас нет выбора. Я тебе говорю, все дело в именах. На. Чечену на голову прям, Алексей. Какой Алексей? Нет! Этим Алексеевым. Продолжаем душить Алексеева. Просто за его имя. Тоже между ними ставь, короче. Зачем Алексей? Так глядишь, что дотолкаете до воды. Я не понял. Прекрасно. На бутылку чисто. Пиздец. Охуеть. Хорошо, Сани запушили. Ебать, у Сани спал. А у Сани две мины. Да. У Сани две мины, блядь. Что за хуй? И чё там, бочка? А, и мина. А, коксакер. Ой, пошёл, пошёл. Он сейчас тоже до тебя копать будет. Да. Я ебать палец достал нам. Знаешь, что этим пальцем делал? Знаешь что, я тебе могу показать. В этом-то и прикол. Давай, показывай. Чё ты хуя делать, я даже не знаю. Короче, хуй с тобой, понял? Сами тут разбираетесь. Он просто гений. Да, слушай, я тебя специально не трогал, ты чё меня сейчас хейтить тоже будешь? За что? Ну там чечен остался. Ну не, чечен норм взял. Он Алексеева уработал. Правильно, Россия без чего. Я в ахуе с этого человека. Я в шоке. Если бы еще мину зацепил, было бы весело. Это месть. Это супер месть. А я думаю, что делать. Блин, да вы заебали. Сколько можно? Не-не, зачем перед ней-то? Все хорошо, я буду там. Это моё гетто. Вот там моё. Так. У меня... предложение, от которого ты не можешь отказаться. У меня ничего нет, я тебе так скажу. Ну, у меня есть, конечно, одна идея. Да. Охуеть. И они теперь друг на друга смотрят. Опа. И тут появляется зритель. Ладно, пофиг. Это гений. Суицид. Гений. Пока, в яму. Так ветер вправо дует. Да? А чё, мне это ебёт? Берегись, падла. Не угодно, понятно. Пиздец. Блядь. Сейчас они тебе туда и скинут. Сань, ну давай без этого, я ж тебя не трогал. Берегись, падла. Трамп также от Мексики отделялся. Нет, суть в том, что я ничего не могу сделать. Так, стрелка вправо просто жми. Не-не, у меня в принципе вообще ничего не работает. А, лол. Чё, где Сань? Чё, ты с клавой? Я не знаю. Да не ушел. Люди. Типа не эскейп, ничего? Нет, даже эскейп не работает. Нет, ты не засунешь это так. Запихнуть. Нет, лучше сверху поставь. Не, ну, а сверху больше шансов. Нет, подожди, нет. Ну, блядь. Ну, не важно. Предлагаю решить все мирным путем, и просто я съебусь отсюда. Я не советую тебе туда, Кири, лететь. Он взрывается, да? Она ядовитая. Она ядовитая, она взрывается ядом. Опа! Что-то мне не по себе. Зачем? Ой, а можно мне ее скинуть, пожалуйста? Тебе спасибо. Спасибо. А если перед тобой турель стоит, ты можешь просто повернуться? Типа не идти, а повернуться? Нет. А, даже так.
тебя сразу будут расстреливать. Понял. Интересно. А, это ж я, ёпты мать. Я сижу, жду, что ты сделаешь. Закрой нахер величайшего. Подожди. А могу ли я? Блин, сейчас опять ход. Чего у тебя план там? О! Заебись. Ты не выберешь. Чё? Заебись, говорит. Ловушка Джокера. Просто заройся вправо. Гений. О, хуево! Ты чё? Хуево в шоке. Ты мне нафиг не нужен. А тебе нужен Саша? Да. Ты повторишь судьбу парашютиста так же, как я? Ну вот ты можешь, да. Ветер, ветер более-менее благоприятный. Да. Ну пробел быстрее спускаться. Сейчас увеличит дырку. Не, я ее перепрыгну. Давай, как ты умеешь. Опа! Охереть. Ты справился. Я в шоке. Здорово. Чечен в шоке. Здорово. Она не активировалась. Она активируется. День. Он рядом стоит. Ну деньги. Предмины просто стали. Здорово, шатал. Деньги походу кому-то другому достанутся. Здорово. Говорит. Пускай его расход. Хуёво как-то нормально. Получилось. Нормально. Ух, ебать! Сейчас без вас тоже договоритесь. Договариваемся без всех. Так, какая ситуация у нас на карте? Обосра... В мире. Обосаратор сверху. Не-не, нет, там никого. Да. Удачи тебе, Коксакер. Давай-ка мы, короче, сразу это... Давай поясним. Слишком много синих в моей жизни. Ты понял, о каких синих, да, я говорю? Молись. Самое главное, на нем была белая... Ой, синяя бейсболка. А, нет, так синих меньше всех, что ли? Ладно, я перепутал. Да. Окей, ошибка по Фрейду. Где-то... Это была ошибка. Понимаешь, Векс, тебя больше всех. Это была ошибка, я тебе говорю. Там это вообще, ну, не так все должно было быть. Я когда увидел, я такой думаю, ну, тысяча изменений. Охуели, это вода потихоньку. Ну, это нахуй лукапает. Слушай, ты умрешь вместе со мной. Не повторяй моих хотя бы ошибок, ладно, свои. Моих-то ошибок не повторяй. Мина не пойдет. Ты один, ты в курсе? Если я... Мина скатится вниз. Ну, нет. Так нет, типа, а, ну, в принципе, как вариант. Она не активируется по ходу действия. А может и активируется? Не-не-не. Нет? Там какое-то время проходит. Но если она взорвется когда... рядом, ты умрешь от яда и от воды. Да не, бред. Я тебя предупредил, ты один, смотри. Сука. Ты мог просто бахнуть базукой издалека, где ты стоял. Просто эта штука еще и взрывается. Кого урона? Ты флакон взорвешь, ее. Да не, не верю. Я тебе серьезно говорю. Я не верю. Геник. Ой, это зря. Нифига. Гениально, только Данил ничего делать тебе. Бля, хуило, мы к тебе. Бля, ебать охуило, там над головой, наверное, флешбейк. Это чисто, знаешь, это, короче, хуило это ты. Почему? А чё? А, я думал, чё за дичь, почему у меня так камера сильно поёкнула? Здорово. Вот как? На. Чё, теперь все по мне играют? Я понять не могу. Не. А чё, я делаю? Он так двигаться не может. Слушайте, опять Саня со 100 хп червём остаётся. Вы да. Не находите некую закономерность, как бы, нет? Он баланс на месте. А Кирилл? А я. Ну, тоже. Ай, надо было кидать гранату вниз.
этого Фекса тоже 100 хп. Можно было потом я и меня туда скинуть. Ну, чувак, ты понимаешь, в каком я положении нахожусь? Нормально, телепорт еще работает. Там, если я двинусь, меня вообще могут в воду скинуть. Так что телепорт это... работает. Мои хп тут вообще не варьируются. Охуеть. Ага. Гениально, блядь. Я просто не знаю, что делать в данной ситуации. Потому что с Кирюхой мы объявили пока что перемирие. Ну, правда, хуёсик улетел нахуй на небес. Произвел капитуляцию. Так, дайте мне банан, пожалуйста. Нет. Чем камикадзе? Сейчас я выпал. Кого сока, блядь? Фекс, что тебе выпало? Ну да, слушай, не задумывай. Что такое скунс? Скунс, он воняет. И что? Охуеть, блядь, строитель был. Дайте ему привет. Серьезно, пиздец. Накрыло бутылочкой. Накрыло. Там он под бутылкой. Слушай, если ты это сделаешь, ты пожалеешь. Я клянусь тебе, ты пожалеешь. Да, да. Я тебе это гарантирую, еще же ху. Блин, ну ты посмотри на это. Ты понимаешь, что у тебя остался один червь? Между тремя турелями. Мне кажется, мне кажется, у Фекса сейчас в голове план мирового господа. Куксекер готов, я тебе поклялся. Не надо. Нет. Ну. Суки. Я дозапашу себя. Приходов всяких авиаударов. Нету. Сука! Да что? Что такое? Это Армагеддон, блин. Как он работает? Ух, ебать, затопило, дебило. Он потому-то сегодня такой. О, пофигу. Ой, на, блядь. Фекс сдох! Фекс мёртв! Обезопасил на себя! Саня, остались мы с тобой! Сука! Тебя тоже зарядило! Саня, остались мы с тобой, блядь! Тебе бомбом, что ты наделал? Да-да, здорово! Минус 100, минус 3! Минус 204! Нормально, поиграли! Что ты наделал? Говорил, блядь. Понимаешь, если бы я не телепортировался. Я тогда телепортируюсь такой. Так, пойду-ка я в безопасное место. Я такой, да-да. Монеты. А, я думал, это... Что с Аней делать? Не знаю, что со мной делать. Знаешь, когда мне выпал Армагеддон, я такой... Каскадеры. Я говорил, блядь. Не надо было меня троллить. Так ты убил себя и Данила. Данил так долго сделал себе безопасное место. Прятался за этим ебучим флаконом. Охуеть, пиздец. Аматор в шоке. А? Я же говорил, ты не убьешь его. Тихо. Что, простите? Что, простите? Я говорил. Да блять. Да блять. Еще раз.
Эй, дотянуть тебя туда? О. Ничего. Я за... А я ничего сделать не могу. А-а-а. Нифига ты. Гений. Гениально. Да пиздел все, блядь. И что с тобой делать? Не знаю, блядь. Фикс. А я говорил, блядь. А ты снимаешь, не? Пиздец. А ты снимаешь, не? Она не взрывается. Я не буду тебе отвечать на этот вопрос. Да, я буду нахуй. Умная нарезка на ютубе, как такие. Понимаете, этот фильм даже урона не получил. А я говорил, блядь.